Лидер ПКРМ обещает приложить усилия, чтобы заблокировать деятельность телеканала. Для меня было удовольствием участвовать в программах Публика ТВ. Сейчас же мы будем вас блокировать со всех сторон. У вас будут проблемы. Мы будем блокировать вас демократично и цивилизованно с помощью нашей молодежи. Лидер ПКРМ решил прочесть лекцию о профессии журналиста. Никто не позволяет себе такого, как публика. Начали с лесбиянок и педерастов и продолжайте в том же духе. Вы, журналисты, боретесь за правду и просите правды от политиков. Кто из политиков вас уважает? Я не говорю о коммунистах. Мы вам плохого не сделаем, но и хорошего от нас не ждите. Это не первая нападка лидера ПКРМ на прессу. В последний раз он выругался в адрес журналистов после публикации его сумбурного выступления на митинге.